Привет всем, меня зовут Андрей Акритов, я футбольный фристайлер из Киева. Что будет сегодня? Мы сегодня поговорим обо мне. Может, не знаю, меня лично этот вопрос очень интересует. Да. Может быть и многих. Все видят, сколько ты путешествуешь. Да. Расскажи, каким образом это получается? Ну, то есть, это так совпадает, везет, это выступление, ну, Китай, понятно. Да, да, да. Но ты, и помимо этого, по-моему, просто ездишь, да? Вот ты недавно да, был в Испании. Да, 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 да. Как у тебя получается много путешествий? Смотри, Расскажи, кем ты работаешь, что тебе так много путешествий? Смотри, на последний вопрос сразу ответ, работаю на себя, можно сказать. Все получается абсолютно, абсолютно спонтанно. Последнее путешествие в Испанию, это мне там обошлось в копейки по нынешнему курсу, потому что я приехал с Китая, ну, заработал что-то, и нужно было отдохнуть после 4 месяцев в Китае. Очень сложно было, приехал как с космоса, что происходит, алло, вы че? И, в общем, надо было отдохнуть и от книжки, и вообще очистить, отфильтровать все в голове. А вообще путешествие, это просто, не знаю, может быть, я больше остальных хочу этого. Я последние 2 года абсолютно всегда в разъездах, в Киеве почти не нахожусь сейчас, потому что, ну, сейчас там никаких дел у меня нет особых. А так получается, что либо люди приглашают, как-то кто-то бывает помогает, бывает у меня есть у самого какие-то средства, но это редко. Вот у меня почти никогда не было особых денег на путешествия. Я не знаю, как это происходит. Ты сейчас задал вопрос, вообще я сам не в курсах. Ты хочешь сказать, чтобы начать путешествовать, нужно просто захотеть? Нужно захотеть? Нет, конечно, нужна какая-то платформа, обстоятельства, да, вот у меня были обстоятельства, когда мне не было выбора, я уехал, нужно было там остаться где-то, и нужно было что-то мутиться, выступать, это просто абсолютно случайно получалась такая судьба. Плюс все зависело абсолютно только от меня, то есть не то, что там многие сидят, я уверен, у многих, кто есть в Москве, у них больше, чем у меня денег, они зарабатывают, стабилизируют, но они почему-то не это, они на другой деньги тратят. Я, если зарабатываю, ты, да. У меня сразу мысль, куда бы поехать, и как-то оно потом само располагается. Судьба располагает меня к себе. Сколько пустых страниц в загранпаспорте? У меня просто за последние 2 года 2 загранпаспорта, поэтому потерял. Да, почитаешь там потом как-то, тоже это интересный момент. Много пустых страниц. В старом паспорте там было достаточно виз и в Венгрию, в Чехию, в Китай и снова в Китай. Them boy can't chuck a ting and I set 108 bar. Flinging ahead, if I hear a lyric drop with malicious intent, it's fin. Jagger man's head around a wrestling ring, I'm a clap man's head around a make it just spin. Clip man's career like Nephilim wings, I'm the god. Много людей путешествует на сегодняшний момент, но почему-то немногие это решают обернуть в книгу. Многие пишут блоги, статьи, снимают видео с их поездок, там влоги. А я вот решил сделать такой необычный формат, ну, необычный для нашего времени, но классический, в принципе. Вот это все там есть личные вещи, например, которые для блога не годятся, но для бумажной версии, я думаю, это сгодится. И вот отправная точка, 15-й год, зима, когда я уехал в Краснодар и задержался там, и я когда уезжал, дал себе лично слово, что я буду записывать, а там уже решу, как получится. И вот получилось. Это была мечта. Я писал, как и на бумаге, но чаще в заметке, когда я куда-то ездил, там и в поезде там писал, и много где, но это не было так, каждый день я должен что-то записать, каждый там час. Нет, бывало, я там 2 недели вообще ничего не записывал, а потом что-то появилось. Вот у меня какой-то там фильтр личный, который я фильтрую, что записываю, что нет. А вот, например, год объездил, много чего, много ситуаций случалось, каких-то, знаешь, непредвиденных. И все это я записывал, и у меня получился черновичный вариант.
А потом я уже, сидя дома и в Китае, на контракте будучи, я это редактировал сам, дописывал что-то, что-то пересматривал, вычеркивал, писал снова, вычеркивал еще раз. То есть это уже полная работа пошла. А так в течение года у меня набрался материал черновик, я его потом использовал в целях. Ну так и делается. Ее цель, да знаешь, так сложно сказать, по сути никакой цели нету, хочется людям рассказать то, что я пережил. Конечно, у всех есть что рассказать, но конкретно за год какой-то, да, событий у меня столько всего набралось, это я уехал в другую страну, и многим интересна фристайлерская жизнь, и там много аспектов затронуто, и моих личных, есть какая-то аудитория, которой будет это интересно, можно это как-то продвинуть, я не знаю, но это просто рассказы о жизни, я делюсь опытом. Вот это типа, меня нельзя назвать, наверное, писателем, это очень громкое слово. Я просто рассказываю в таком письменном виде, знаешь, все. Это как творчество, хочется исповедаться, рассказать, а потом ты думаешь уже, кому это интересно, или как на этом как-то продвинуться. Я это думаю уже, когда я сделал что-то, а не до того, как, и знаешь, еще ты не садишься... Это не самоцель. Да, ты или, знаешь, когда ты садишься писать, и вот сколько из этого я смогу заработать, вообще такой мысли не было. Это сейчас я могу думать, когда уже сделано, как-то пытаться продвинуться, это нормально. Курьезных моментов много вообще случалось, и я не буду все опять же раскрывать, потому что смысл, если можно будет об этом почитать. Мы летом прошлым жили в Крыму с моим товарищем, и случился такой курьез, нам негде было жить в Ялте, хотя у нас хватало и денег, опять же, сделанных с помощью фристайла, улицы, мы каждый день выступали, но был фестиваль хип-хоповый, и просто негде было жить. И мы спали на пляже, то есть такая романтика банальная, но и нам пришлось покинуть город, мы просто сбежали в Феодосию, где был отец Дениса, товарища моего, и там тоже выступали, потом я ехал в Краснодар, и там выступил, и, в общем, вот так вот, просто безостановочное скитание, и в этом есть что-то, наверное. А курьез в чем? В том, что как бы ни была как плохая ситуация, нестабильная, но фристайл как-то поднимал с дна, хоть подышать воздухом и обратно нырял. Так получается.